Многодетным семьям вручили денежные сертификаты. Долгожданная помощь для многих – единственная возможность купить новое жилье. Ведь очень часто ребятишкам и их родителям приходится ютиться в скромных квартирах. Такой подарок – результат городской социальной программы. Такого подарка от администрации семья Фатимы Туковой уже и не ждала. Трое детей далеко не малыши. Младшей дочке 13, а старшему сыну 16. Да и свой возраст по закону не давал права на денежную помощь. Замечательные дети у меня. Мы очень рады сегодняшнему празднику, что так все получилось. Да. Теперь с надеждой смотрим на будущее. Социальные программы по обеспечению молодых семей жильем существовали и раньше. Но с начала этого года администрация города увеличила возрастной порог для родителей, воспитывающих более 3 детей. Как результат, первые 15 сертификатов. В прошлом году было принято решение расширить рамки программы, чтобы она касалась не только молодых семей. Почему молодых? Потому что родителям должно быть меньше 35 лет. Мы решили программу расширить и сделать участниками этой программы еще многодетные семьи. 570 тысяч рублей – минимальный размер помощи. Для большинства сумма очень внушительная. Например, Оксана уже начала присматривать новое жилье. Жить с 3 детьми в маленькой квартире – экстремальное испытание на выносливость. У меня 3 мальчишек. Я очень рада, что получили сертификат, так как это большая помощь все-таки на приобретение жилья. Так как мы живем все-таки в 2 комнатах. Кроме того, для молодых семей действуют субсидии на оплату коммунальных счетов, а с недавнего времени можно получить и землю для строительства собственного дома. Так что каждый год около 100 счастливцев получают достойную поддержку.